Сегодня я расскажу, что лежит в моей мартовской коробочке от Glambox и Allure. Она изобилует средствами по уходу за лицом и волосами. И декоративные средства, которые большинство девчонок не разочаруют. Но на этот раз в коробочке отсутствует парфюм. Первое, что попадается мне под руку, это антивозрастной крем для нормальной комбинированной кожи с SPF 15. И микроводорослями для активного восстановления мимических изменений в глубоких слоях кожи и сокращения пигментации. Давайте посмотрим по составу заявленные компоненты и свойства. В первой части химические соединения, а активные компоненты находятся в конце списка. Это означает, что экстракт ламинарии, моринга и ретинол находятся в наименьшей концентрации наряду с отдушкой. Чтобы получить заметный результат от такого крема, нужно им пользоваться не менее полугода. Зато от ультрафиолетовых лучей крем защитит. В составе в первой ее части находится химический солнцезащитный фильтр – этилексил салиситат. Этот компонент начинает защищать после 30 минут после нанесения и действует на протяжении 4 часов. Крем имеет нежную текстуру и морской аромат. Это средство средней плотности, впитывается в эпидермис за несколько минут, оставляет ощущение жирности на коже, поэтому его нужно наносить в минимальной концентрации, либо промакивать остатки салфеткой. Еще один крем от Биотерм с продолжительным увлажняющим действием, без парабенов и минеральных масел. Как и в первом креме, увлажняющие компоненты находятся в середине списка. Есть масла пассифлоры, кукурузы, абрикоса, риса, глюконат магнезии, глицерин и полимеры. Крем нежно-розового цвета с нежным, немного мыльным ароматом. Но нанося его на лицо, аромат неприятно раскрывается, становится резко химическим. Крем средней плотности впитывается достаточно долго, минут 10 нужно, но такой крем способен устранить шелушение. Практически в начале списка компонентов находится маточное молочко. И это все, что я нашла из компонентов пчелопродуктов. Еще в составе масло жожоба, авиоз, альгин – это увлажняющий эмульгатор, и, конечно же, химические соединения. Средство имеет легкую консистенцию со сладкой отдушкой. Эта сыворотка наносится под основной крем утром и вечером. Легко впитывается и дает увлажняющее ощущение на коже, без липкости и жирности. Для ухода за волосами в коробочке находится масляный шампунь от Bonacur для всех типов волос. На втором месте в составе лаурит-сульфат. Пенообразователи на основе кокосового масла, мягкий неонный паф. Цвет органового масла придал шампуню апельсиново-оранжевый краситель. Ну что ж, в качестве баловства можно попробовать это средство. Также для ухода за волосами шампунь и маска от Kérastase на основе масел. Если в предыдущем варианте шампуня масла в составе находились в середине, то здесь масла находятся в конце. Также есть масло органы, масло камелии, ну и так далее. Как и заявлено, средство без силиконов. У меня был подобный вариант пробников. Но по мне, так проще купить хорошее нерафинированное масло органы, нанести его на кончики на ночь и смыть натуральным шампунем в районе 300 рублей. И, на мой взгляд, эффект будет лучше. В декоративной части у нас помада от Givenchy в матовой стильной упаковке и в оттенке 103. Аромат сладковатый, кремовый, текстура мягкая, без блесток и перламутра. Наносится мягко и ровно, имеет легкую кремовую текстуру, освежающий оттенок и создает на губах комфортное увлажняющее ощущение. Помада держится не более 2-3 часов. Она очерчивает губы, не скатывается и не ощущается на губах. Очень достойный вариант. Еще приготовили для нас сюрприз. Это тушь объемная для создания гибких и разделенных ресниц.
Щеточка интересная, силиконовая, захватывает и прокрашивает реснички хорошо, давая им с первого слоя очень черную пигментацию, но все же немного склеивая их, зато фиксирует форму. Большой плюс в том, что она легко снимается и не оставляет разводов на веках. Тушь не осыпается, она придает небольшой объем, но хорошо удлиняет. В качестве пробников по 3 штуки у нас крем для рук и для ног от Alessandro. Антивозрастной крем для рук с химическим миндальным ароматом. Его очень сложно вынести. Зато текстура хорошо впитывается и имеет легкую основу, не оставляет ощущения жирности. Крем должен осветлять пигментацию, увлажнять и замедлять признаки старения. Что касается крема для ног, он имеет жирную текстуру, аромат перечной мяты. Он смягчает кожу и подойдет скорее для массажа ног, так как он очень долго впитывается и оставляет ощущение жирности. Приятный, расслабляющий, питательный крем с антибактериальным эффектом для ног. В качестве бонуса у меня подарочная карта на покупку в интернет-магазине Trends Brands. Спасибо вам, что вы вместе со мной разбирали наполнение моей коробочки. Желаю вам находить только качественные и несущие вам только пользу и приятные ощущения от уходовой и декоративной продукции.